хочется подарок. О, есть идея. Хорошо, жду. О, уже! Вау! Вот это да! Я даже не нарисовый. София, что это тут у тебя? Посылка какая-то. Где ты это взяла? Это единорожка мне принесла. Ничего себе! Давай быстрее открывать! Смотреть, что там! Да-да, София! Быстрее распаковывай посылку! И что же там? Давай быстрее смотреть! Вот это красота! Что там? А что это там такое разноцветное? Покажешь? Платье! Ну-ка покажи! О, такое красивое платье, представляешь? Ты теперь можешь превратиться в единорожку. София, я думаю, что единорожка хочет, чтобы ты тоже стала единорожкой. Да, да, я хочу очень. Вау, София! Ты такая красивая! Вот это наряд! Ну, единорожка умница какая! Спасибо, единорожка! София, я очень хочу посмотреть, как на тебе смотрятся заколочки единорожки с волосами разноцветными. А вот ты какая я красивая. Да, ты очень красивая. У меня даже такие цветочки есть. Я очень рада, что тебе понравилось. Ты меришь заколочки? Да, только ты не смотри, как я одеваю. Хорошо, ты когда будешь готова, скажи мне, ладно? Единорожка, я готова. О, я иду. Вау! София, ты такая красивая! Как тебе идут эти заколочки? Вау! Ну, ты стала настоящей единорожкой! Добро пожаловать в мир единорожек! София, я также очень хочу посмотреть, как на тебе смотрится тот красивый разноцветный бантик, который я тебе принес. Померяешь? Да. Все, я готова. Иду, иду. О, вау, София, он так тебе идет. Он подходит под твой наряд, точно как твоя юбка, такой же разноцветный. Ты такая красавица, мне очень нравится. Фарфоре косички. Да, все единорожки тебе обзавидуются. София, а ты покажешь ребятам заколочки, помпончики, кошечки и с бабочками, которые я тебе принес. Покажешь? Смотрите, ребята, какие у меня теперь новые резинки. О, посмотрите, ребята, какие резинки кошечки я принес Софии. Они такие пушистые, мягкие. Мне они очень нравятся. А тебе, София, они нравятся? Да. Ты будешь их носить? Сюда. Класс! А еще, что там у тебя? Покажи быстрее ребятам. Я думаю, они очень хотят посмотреть. Это бабочки. Да, это заколки и резинки с бабочками. Покажи ребятам. Вот такие резинки с бабочками и заколочками.
Да, они очень-очень красивые, они тоже в цветах единорожков. Очень красиво, да. Ребята, я думаю, подходит. А как считаете вы? София, а ты видела, что в твоей посылке еще были тепленькие вещички? Я позаботилась о тебе, чтобы ты зимой не замерзла. Примеришь? Да, вот такие. Давай быстрее примеряй. Вау, красота! Ты превратилась теперь в кошечку. Посмотрите, какие красивые варежки. София, тебе нравится? Вау, сапожки розовые. Ты такая красавица. Все так тебе подходит. Теперь я не замерзну. Спасибо, единорожка. Пожалуйста, София. Мне так приятно тебя радовать. О, София, ты такая умница, спортсменка, комсомолка, красавица. София, ты забыла примерить браслетик и цепочку. Быстрее померяй. София, мне очень нравится. София, тебе все мои подарки понравились? Я обязательно принесу тебе еще. Спасибо, единорожка. Пожалуйста, София. О, единорожка, правда, огромное спасибо тебе за то, что ты сегодня так нас порадовал. София, ты ожидала такой сюрприз от единорожки? Нет. И я даже не могла подумать, что единорожка может сделать тебе такой классный сюрприз. Ребята, а вам понравился сюрприз единорожки для Софии? Если понравился, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал Мисс София Ти Шоу. Всем пока-пока.